Наша бабушка палочкой стучала. Говорю я бабушке, вызови врача, будешь ты здоровым. Как? Будешь ты здоровым? Что же тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой, бабушка, поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Видишь, как я прыгаю? Это так легко. Говорит бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара, просто очень старая. Волосы седые, где-то потеряла, а годы молодые. Где-то за далекими лесами темными, за горой высокой, за рекой глубокой. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду, и годы молодые я твои найду.